Обычно в последний месяц лета перед началом учебного года в торговых центрах наступает жаркая пора. Время покупки школьной формы и канцелярских принадлежностей. Кто-то в этом деле бывалый воин и четко знает, что нужно купить и от чего можно отказаться. Другие, для кого сборы в школу детей происходят впервые, испытывают огромное желание купить абсолютно все, что может понадобиться ребенку. Правда, сразу после этого велик риск, что больше половины приобретенных предметов будут пылиться на полках. К слову, такой ситуации в семье Владислава Ярудь ни разу не было. Да и сам будущий семиклассник точно знает, что нужно приобрести к школе. Обычно мы летом покупаем, что надо необходимо купить к школе. Тетради, ручки, карандаши, пенал, одежду. К слову об одежде. Многие родители уделяют школьной форме особое внимание. Важно не только качество предлагаемого товара, его модели, комфорт играет не последнюю роль. На эти и многие другие критерии обращают пристальное внимание взрослые и маленькие покупатели. Прищанка Анна Лыскович в рядах со школьной формы выбирала дочери, которая в этом году идет в 6 класс, подходящую юбку и была приятно удивлена ассортиментом. Мы здесь смотрим, потому что есть достаточно неплохие красивые модели. И я удивлена, что они, если честно, все наши. Вот я смотрю, пошиты в Беларуси. Очень нормальные цены. 35 рублей юбка. Это очень неплохие цены. Там, правда, есть модели по 150, по 103 рубля, да. Ну, то есть, как бы. Вот, они уже, конечно, пока не рассматриваются. Я вообще выбираю, чтобы было красиво. Вот. Конечно, удобство, оно тоже очень важно, вот. А поносил на вырост, ну, как бы однозначно нет, потому что дети сейчас достаточно жесткие, и поэтому выглядеть нужно соответственно всегда. Вот. Поэтому никаких на вырост. Все только модное, красивое. Да, угодить требовательным школьникам становится все сложнее, ведь не всегда финансы позволяют купить то, что хочет ребенок. Правда, выход из этой ситуации есть. В торговых центрах сегодня предлагают скидки на школьный ассортимент. На нашем предприятии предоставлен широкий выбор товаров для школы. Понедельник, вторник, среда. Действуют акции при покупке от розничной цены на школьный ассортимент и на канцелярские товары минус 10%. Дополнительные скидки предоставляются многодетным семьям и семьям, воспитывающих детей-инвалидов. Стоит отметить, что ценовой диапазон на канцелярские принадлежности в торговом центре широкий, и каждая семья сможет приобрести то необходимое, что будет не только подходить по цвету или стилю, но и по цене. Например, тонкие тетради можно купить за 20 копеек, а полуобщие за 90. Цена шариковой ручки в торговом центре варьируется от 50 копеек до 1 рубля. Пенал можно найти как за 10, так и за 20 рублей. Сейчас полки магазинов просто ломятся от ярких и красочных школьных принадлежностей. Ассортименты ручек, сумок, пеналов, карандашей – просто поражает. Конечно, такое многообразие – большой плюс, а значит, каждый родитель и школьник точно сможет найти себе что-то по душе. Собрав полный комплект нужных школьных принадлежностей, ребенок с нетерпением будет ждать возвращения в школу, ведь с таким боевым набором не страшны никакие уроки.